28 февраля в Российской национальной библиотеке откроется выставка под названием «Сестры Вереска. Сестры Бронте и английская литература». Она приурочена к 200-летию со дня рождения Эмилии Бронте, которая отмечается в этом году. С одной стороны, выставка рассказывает о том, как жили и чем вдохновлялись Шарлотта, Эмилия и Энн. С другой – об образах их героинь, которые стали знаковыми для английской литературы. О новом типе женщин викторианской эпохи, противостоящим обстоятельствам и року. В первой части экспозиции представлены прижизненные издания романов сестер Бронте из фондов Российской национальной библиотеки, а также книги английских авторов, оказавших влияние на мировоззрение писательниц. Их отсканированные версии предоставил дом-музей семьи Бронте в Вест-Йоркширском местечке Хоэрт. Выставка продлится до 15 апреля.